спектакля «Моя няня», я надеюсь, получилась нежной, получилась уютной. В общем, немножко для меня такая краска не новая, скажем так, давно забытая. Потому что все последние мои работы связаны с силой, с властью, с такой немножко громбабой, если можно так сказать. Вот, поэтому мне очень приятно найти какие-то новые краски и... Для артиста вообще очень приятно, когда предыдущие работы не похожи на последующие. Поэтому я надеюсь, что это будет что-то новое и для меня, и для зрителя. Спасибо.